Находимся мы в селе Мусорка. Здесь идет полным ходом восстановление церкви. Церковь начала свою работу в 1905 году и была взорвана, но не поддалась она взрыву. Как бы потом в 30-х годах здесь была МТС. Вот. Говорят, есть подземные ходы у этой церкви, но они завалены. И вот сейчас идет реставрация полным ходом. Такой храм. Реставрация храма Козьмы и Дамиана, святых великомучеников. Село Мусорка, Ставропольский район, Самарская область. Село Мусорка.